Привет. Настало время огласить победителей. Я, если честно, был уверен, что вы вообще не угадаете, но и, собственно, прям точно профессию, по которой я въехал, которая была вписана в приглашение, вы не угадали. Но отрасль, да, в качестве кого, в общем, я заехал, вы угадали почти сразу, там что-то в течение часа трое человек появилось, самых догадливых, которые правильно назвали отрасль, да, и почти угадали профессию. По опыту предыдущих розыгрышев, я знаю, что сейчас будут предположения в комментариях обязательно, что мы все фальсифицировали, чтобы выиграли свои и тра-ля-ля, поэтому вот вам смотрите видео, которое я записал в тот вечер сразу, да, на Нози Би, на островке, в отеле в том же, в той же одежде. Смотрите видео и сейчас увидимся с вами еще раз. Итак, я в той же одежде, в том же отеле, только у нас потемнело, я сходил, посмотрел заодно на закат, здесь прям в океан солнце садится, очень красивый закат. Остров Нози Би, архипелаг Мадагаскар. Значит, я сюда приехал по приглашению от правительства. Значит, это приглашение было от Министерства обороны. Ну, вы понимаете, что деньги решают все, в принципе, практически в любой стране. Вот, значит, и должность моя, ну вот, пригласили меня для чего? Консультант по радарным установкам. Вот так. Если кто-то угадает, или трое угадают, получите 3 драгоценных камня. Если вдруг, ну я не думаю, что это прям легко угадать, да, поэтому если вообще никто не угадает, я выберу 3 победителей, просто выберу самые оригинальные предположения. Ну, людей, особенно у моих подписчиков, с чувством юмора вообще все отлично, поэтому просто выберу 3 самых оригинальных версии. Ну вот, мы зафиксировали, да, что я потом не буду мухлевать, что-то придумывать там, что вот, я на самом деле был приглашен как пилот самолета или еще что-нибудь такое. Посмотрим, кто победит. Итак, то, что я специалист по радарным установкам, действительно никто не угадал, но военный, это, я думаю, что если сильно упростить, то вполне прокатывает, да. Все-таки меня пригласили от Министерства обороны. И я прям лично сидел, не поручал никакому помощнику, лично сидел, скринил. Вот, смотрите, 3 победителя у нас. Значит, блин, у меня тут ветер опять. Сейчас прикрою телефон. Вот 3 вот этих победителя, которые обведены красным. Обратитесь, пожалуйста, ко мне в WhatsApp. Номер WhatsApp под видео. И пишите. Мы вам подберем по вашему желанию 1 из 3 вариантов и доставим ваш камень. Вот, будут ли еще розыгрыши, я пока не знаю. Если будет волна негатива после вот этого розыгрыша, а в Инстаграме она была всегда, то больше не будет. Если будет все на позитиве, вы будете поздравлять победителей, а не ругаться с ними, да, и на них, то еще сделаем без проблем. Всего хорошего, всем пока. Ждите новых видосов.